И снова мы на игре Resident Evil 4. Смотрите, как он смотрит. Хочу убить его! А, ладно, живи пока что. Ой, а впереди у нас печальное видео. Бедный Луис. Леон! I got it! Да, я нашел свою смерть. Как после такого мощного протыкания можно еще потом что-то сказать? Но, видимо, можно. Кто хочет помериться со мной силой? Садлер, наверное, бочку Виагры выпил. И чего вот он так остановился? Мог бы догнать и пинка ему дать. Сейчас я быстро залатаю. The sample. Settler took it. You have to get it back. Louis! Louis! Вот так вот. Теряем довольно-таки неплохого персонажа. Кстати, возвращаясь к смерти Луиса, хотелось бы у вас узнать, каких персонажей предыдущих частей Resident Evil, ну и вообще других частей Resident Evil, вам хотелось бы, чтобы они не умерли, а, допустим, встретились в последующих частей. Так что, касаясь моих результатов, 74, ну... Мне, например... Из первой части хотелось бы, конечно, больше всего, чтобы Ричард, например, выжил, который в ремейке нас спасал то от змеи Джилл, то Криса от акулы. Довольно-таки интересный персонаж. Больше всего его задействовали. Я не помню в первой части, как там... Вот. Ну и вообще, отряд Браво и Альфа, там те, кто умер. Джозеф в начале. Тоже хотелось бы, конечно, больше бы их увидеть. Могли бы какое-нибудь перерождение сделать первой частью, чтобы все... Ну, можно было играть за какого-нибудь персонажа из отряда Браво, например. Чтобы у них была возможность выжить. Также, конечно, Стива тоже жалко. И Скотт Вероники тоже неплохой такой персонаж. Хотя с ним еще до конца тоже не ясно. Ого, тут специально мне винтовкой кормят. Извини, Эшли, но я без тебя пойду. Вы не можете! Могу! Все, я могу. Рода. Ну, винтовочные патроны нас кормят. Потому что... ну, вы знаете, что сейчас будет уже. Снова защита Эшли начинается. Ну что? На защиту. В чан бы ей так выстрелить, чтоб не дергалась. Забыл опять аналоговое управление, все на джойстике включить. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Мог, но эти точно тебя убьют.
агисты пошли. Ты что, не сдох, что ли? Конечно, можно целиться в голову, но это будет долго. Что там? The door's locked. I can't open it. Так надо толкать, а не тянуть. Агисты с ключом. Где эти стрелки, блин? Гиперный театр. Совсем забыл я про этих арбалетчиков. Всегда, блин, пока там прицелишься. Сейчас еще без головы ее схватит. Если я куда-нибудь сюда отойду, то, конечно, наверное, неудобно будет. Ладно, постараюсь сразу вынести арбалетчика. Сейчас. Еще меня сбил тот урод, которого я стрельнул между ног, и он не упал. Это, конечно, из-за этого еще частично я помер. Блин, опасно. Давай, бери ключ, убегай. Ложись. Эшли! Да давно пора. Сидел и там уши заложил. Ой, ну слава богу. Но зато сейчас придется за Эшли бегать. А вы секси гёрлс, такое ощущение, у нее такой взгляд косоватый здесь. Что мы имеем? Или кого мы имеем? Такая, конечно, немного нудноватая часть. Первоначально, когда играешь, да, так напряженно. Ну-ка. А на харде они вроде с первого раза не умирают, да? Блин, а где рычаг-то? А вот же еще лампа есть, если что. Да вы обалдели. Где рычаг? А вот же рычаг. Ой, совсем все забыл.
Кстати, игра могла бы научить Эшли руками-ногами махать. Что там друг стоит, не видит? Ах ты гад, заметил! Мацало. Кана швыряет. Здесь что, варианта промазать нету? Нажрался в план. А я вот не помню, на среднем и на легком также столько ламп стоит или нет. Эй, дружок, иди сюда, съешь пирожок. Да вы... И чё, теперь всё заново, что ли? Да ну вас нахрен, а? Я думал, она никогда не промажет. А чё мне теперь делать? Зашибись просто. Попробовать убежать, что ли, от него, и пока он... Что тут такое? Шпинелем отбивать сейчас буду. Пошел в жопу. Интересно, успею, нет? Да блин, как я так мог, а? Все мне не слава богу. Быстрее, быстрее, быстрее. А, он уже идет. Или он не может меня схватить, пока я кручу. Возможно, не может. Он стесняется. А хрена с два, блин. Вот же можешь крутить, дура. Бляха-муха! Уже разворот нажал. Ненавижу. Эта травинка могла пригодиться Леону. Блин, а я ее съела. Интересно, за мной пойдет, нет? Черт, тут же два хода есть, да? А, направо нам потом, с чего придется налево идти. Бух! Вот эти все ситуации на Тоникова, конечно, раздражают. Когда уже, ну все, казалось, повернул и готов бежать. Нет, тебя хватает в самый последний момент. Ой, печалька. Сейчас еще и те рыцари ходуны-мудуны. Ай, так. Ну что, тут несложная загадка. Какой там порядок, уже не помню. Открыл, нажал. Какой вид? Зачем здесь или там открывать, когда можно проползти под столом? Вот зачем мне здесь открывать, если я там могу под столом проползти? Непонятно. Или она открывала ту часть, а эту не открывала, что-то я... Ладно. То ли я что-то не понял, то ли действительно одно нажатие. Что-то с ноги не умеешь, что ли? Такая музыка. Вот, видимо, этих рыцарей решили оставить
по изначальной версии игры, потому что изначально было, как разрабатывалась четвертая часть, кто знает, в этой самой, как его там, что делать, типа Леон в каком-то замке должен был быть, довольно-таки неплохая хоррор составляющая. Ну здесь, в принципе, все просто, по кругу чисто вертеть. У меня бывали пятнашки и похуже. А, да, вот так. Так вот, и там были вот тоже что-то какие-то рыцари, призраки, и, видимо, решили вот эту составляющую оставить немного. Ну, не знаю, почему бы им не сделать было побольше. Там мне атмосфера очень понравилась в той версии. Так, сначала... А я тут все сразу это беру. Нет, что-то пропустил еще. А вот же. Привет, ребята. Опа, ребята. Так. Куда бежать-то? Сейчас главное не промазать с кнопочками. Иначе будет жестко. Эх. А что, они все не идут уже? Закроем на всякий. А идут? А, не идут за мной! Привет, ребята, закрыто! Закрыто! Ой! Хрена вам! Интересно, смогу я здесь пройти так аккуратненько, чтобы он меня не задел или нет? Но все равно тут... Все проскриптовано от и до. Я надеюсь, тут Мацал меня не ждет здесь. Мацал, ты где там? Матало, макало, масало. Лампы восстановились. Он что ли их все сюда поставил, ушел? Ладно. Пусть будет так. Но зато я на рыцаре не пострадал. Помню. Первый раз, когда записывал, я вроде один раз напоролся, или даже два раза. Слуга сала заработал. Чё это такое? Не надо мне вашу информацию читать. Патронным. Так. Или не все. Ну верти. Как рабы в Римской империи там крутили какие-то крутилки.
Леон, я бегу к тебе. Как бы не споткнуться и не сломать себе нос. Леон! Ужасный это наш. Я там убила 10 тысяч этих фанатиков. 500 рыцарей. Так быстро голова закончилась. Какая у меня меткость 94, если бы я раз не промазал, кидая лампу. Или это не от лампы, а когда я стрелял с винтовки. Вы получили несколько звездюлей от Эшли. Нет, не так. Как там брать-то? Нажимал же эту кнопку. Какого хрена она? Чё у меня дробовик? Ладно, молодец, Эшли, за это хвалю. Давай, Салаза, выкладывай, чё к чему. А ты следишь, да, все за нами? Маленький извращенец. Вы будете удивлены, но я вот этот момент не помню, вот эти слова этого Салазара. Ну что, можно двигаться вперед, но сначала нам надо забрать, сделать огромный крюк назад. И нашу бабочку забрать, вот она здесь. На обратном пути тут. Ай, быстрее, быстрее. Фу. Мацалы тут напоявлялись. Не помню, в прошлый раз было такое, нет. Но это уже не важно, потому что мы почти добежали, хотя обратно тоже придется через них идти. Возможно, просто пробегу. Возможно, забью кого-нибудь до смерти. Главное сейчас не забыть сокровища забрать, а то в прошлый раз я вроде только один пистолет забрал. Давай, Эшли. Как она на одних руках смогла подтянуться? Эшли, подойди, пожалуйста, поближе к двери. Чтобы я тебе смог заехать как следует. Траву кто-то тут выращивал красную. Красивый флакон. Подождите, здесь же еще что-то должно быть. Часы какие-то, нет? Или только флакон? Странно, мне казалось, тут еще что-то было. Ну и самое главное, зачем мы сюда пришли. Бабулечка. Обалдеть у меня. Место, конечно. Я чукс. А, вон у меня патроны дробаш. В принципе, осталось недолго, когда мы поменяем его на более компактный. Ну, кажется, все или нет? Что здесь? Ничего, да нет? Что там? Follow me. А, да, идем. Забыл. Ну все, возвращайся обратно, сохраняйся и следующей части.